Добрый свет на юных пешеходов пролили сотрудники региональной госавтоинспекции. Очередная профилактическая акция прошла в областном центре. Автоинспекторы напомнили юным пешеходам и их родителям о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Пожалуйста, позаботьтесь о безопасности ваших детей. Переходите проезжую часть строго по пешеходному переходу. В темное время суток используйте одежду светлых тонов со световозвращающими элементами. Желательно их иметь сбоку, на куртке, штанах, ботинках, либо кроссовках. Тогда ваш ребенок будет заметен в темноте. В завершение профилактической акции юные пешеходы получили в подарок световозвращающие брелоки, а их родители – памятки правил дорожного движения.